этот зал я попал, он находится на 5-м поселке Пупскарпио. И здесь все как бы наши друзья, братья тренируются, и я вот так попал сюда. После каждой тренировки беседуют с нами, беседуют с каждым лично, дают какие-то наставления жизненные, объясняют вообще, как себя правильно вести. Мне кажется, что очень много людей занимаются спортом все. А когда иногда вечером опоздна где-нибудь, бывает, засидишься и видишь, что много людей, кто еще и ходит в всякие места, гуляют допоздна, ищут какие-то проблемы себе. В нашей республике столько спортзалов, столько всего. Это Дагестан, кузня спортсменов, любые виды спорта. Если бы все ребята занимались, я думаю, они быстро выросли бы как хорошие спортсмены и дрались бы на хорошем уровне. Мне кажется, надо заинтересовать всех, что кто-то чем-то у нас много бездельничает, ребята. Кто-то тренируется, кто тренируется, конечно, они в зале всю дорогу. А вот кто как бы не выбрал спорт, им надо найти себя в чем-то другом. Чтобы добиться результата, надо, чтобы да, наши ребята не гуляли, не лазили в всяких подворотнях, не употребляли спиртные напитки, всякие наркотические вещества. Тренировались, и я думаю, будет успех.